Итак, ребят, всем привет, с вами Вован, вы на канале Саня Часован, и сегодня у нас новая серия по Эфор Легенс. Сегодня мы с вами будем таксовать, но вот такой он замечательный Сильвий С-15 во весь Убер, ой, да, во весь, блин, что у меня с икотой, в ливрее Убер, просто немножко понаваливаем, как сказать, таксист приехал потаксовать, просто респект, блин, что с икотой, создатель ливрей, вот, просто очень красиво выглядит. И сегодня постараюсь с вами покатать. Просто навалить таксистного стиля. Так, едем. Мы уже начали с вами катать. Давайте кому-нибудь... Ой, блин, да чё у меня, ё-моё, с икотой? Подъедем. Так, перед нами едет два гонщика. Так, давайте делаем кизовул. Чуть попозже. Ладно. Этот раз прыжок в стену. Я предлагаю сделать прыжок в стену. А чё нет? Мы же на этой трассе погнали. Оо, чей это бампер? Это что? Что? Я думал, что это... Не понял. Походу, кто-то косит под Санька, пацаны, да. Я думаю, кто шарит, тот шарит. Потому что у него именно такая аниме-розовая Сильвия. Это прям очень... Очень прикольно, так что Сэм косит под Санька, но мы сейчас ему дверь за это запилим. Ладно, шучу. Это просто будет парный дрейф. Так, у меня уже жопа запилена. Этот откиз завола. Так, люди входят в комнату, это хорошо. Сейчас будет, пацаны. Сейчас будет... Оуч, немножечко запилили ему дверцу. Блин, вот бы когда-нибудь в эту Эфор Легенс добавили следы от покрышек на дверях. Типа машины, чтобы можно было покрышками пилить дверь. Потому что именно покрышками же пилит дверь. Ну, не всегда, правда, но покрышками это еще даже мастерски. Так, ушатался я, к сожалению. Едем дальше. Все, люди заходят. Так, давайте посмотрим. Ой-ой-ой, тогда просто сколько... А, ну, кстати, не так уж и много в комнате у нас. Так, Сэм проехал. Сейчас мы за ним поедем. Очень много тачек. Я вижу, он там 36-я каталась, ой-ой-ой-ой-ой, расболтала. Потому что засмотрелась впереди, что там едет. Что-то красное впереди. И перед нами едет Сэм на замечательном SX. Похожий на ливрею Санька. Так, какой-то рубок нам вошел. Так, едем дальше. Блин, что-то я отстаю. Надо приставать наоборот. Ой-ой-ой-ой, блин. Так, ушатались. Предлагаю восстановить машину. Так, слив в красивой ливреи Falcon. Сзади нас Скай на красивых таких ядреных, таких ядерных ятаехах. Так, я просто... Стоп, дайте машину восстановить. Я восстановил машину. Так, едем дальше. Эй, Сэм, ты где? Вот он. Стой. Стой! Ты куда? А, что? Нифига себе! Сэму спасибо, потому что я не знал, что здесь есть лазеечка на трек. Так, надеюсь, что сейчас меня никто не пролетит. Поехали. Так, сейчас будет, пацаны. Так, красиво едем, пацаны. Красиво, красиво. Просто вчетвером катаем. Фалкиновская слива. Серая слива SX и черная слива Uber. Блин, вот вы бы хотели прокатиться на таком такси? Впятером еще за мной какая-то тачка. Это что за тачка? Я не вижу, не успеваю, пацаны. А, это тоже слива. Пацаны, у нас тут просто... 3-15 сливы, я врезался, лох. 3-15 сливы, 1-13, 1-SX. Чисто в сливоводы собрались. Так, я немножко себе запилил крыло. Еще кто-то заходит, блин, онлайн наполняется. Ой, так, чувак шатался. Ай, блин, баг в системе произошел. Так, сейчас мы попробуем ему запилить дверцу. Что-то он как-то странно поехал. А, что-то ему там плохо вообще. Так, кто-то у нас тут завис. Так, это что за... Это очень красивая слива. Майкл. Или кто там? Он меня заинтересовал. Так, за мной есть слива. В ливрее Falcon я от этого ушатался. Не от того, что он за мной едет, а от того, что засмотрелся. Это не слива в ливрее Falcon. Это SX уже какой-то новый. Так. Мне уже машина вся такая запиленная по чуть-чуть. Просто перекладочка. Оуч, оу, опять баг в системе, блин. Просто чё с интернетом? У нас просто какие-то лаги. Но ничего страшного. А, это
Типа закос под 33-й ГТР, я так понял, ливрея сделано. Так, продолжаем катать. Слива вывозит. Хочу, чтобы поп... Ой-ой-ой-ой, не уштаться бы в блок, так нормально засейвились. Так, по-моему, еще запилит. Мне сейчас... А, нет, мне сейчас не запилит. А что мне не запилил? Или запилит сейчас? Он мог мне запилить. А, понятно. Понятно. Так. О, меня подождал красавчик. Люблю, когда меня... А-а-а! Зачем ты? Меня бортанул, я сейчас улечу под эту ГТР. Так, у меня помялся капот. Это прям некрасиво выглядит, поэтому я его сейчас восстанавливаю. Поехали на ремонт. Ох, как раз этот чувак там на розовый слив. Так, залетаем на ремонт. И ремонтируем. Так, какая-то фиолетовая злая слива подъехала. Так, выезжаем. Просто не приезжать сейчас никто в меня, пожалуйста. Спасибо. Точнее, ну, это правда я приехал, но он мог отъехать. Ладно. Да ты чё в меня приезжаешь, дурак, что ли? Так, едем, короче, дальше. Так. Блин, дом, блин, текстуры нифига не вижу. Это там он выезд на трассу. Так, да, вот здесь. Так, осторожненько вылетаем на трассу. Они там гонщики едут, блин. Сейчас меня снесут просто. Нет, не снесут. Так, Руба, давай, поехал. Ой-ой-ой-ой-ой. За мной злая слива едет. Просто. Прямо за мной. Так, за мной фиолетовая злая слива, которая мне сейчас запилит дверь. Надо уходить. Немножко подлетели, пофиг. Ой, ой, лаги, 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 блин, лаги пошли. Так, нормально, все, хана. Немножечко. О, блин, вот это прям близкий парный дрифт. Три сливы просто едут вместе. Очень красиво это все выглядит. Что происходит, блин? 33-й Sky тут был. Ну, типа SX, закос по 33-й Sky. И просто совершился лютый крэш. Ой, там пацаны вообще раздолбались. Давайте посмотрим, что у них там произошло. Пацаны, что у вас там произошло? А, понял. Они уже ремонтироваться поехали. Но судя по тому, что они вдвоем поехали ремонтироваться, это было жестко. Так, я, пожалуй, тоже отремонтируюсь. Так, и поеду вместе с ними. Так, ну что, пацаны. Они уже выезжают. Так, понял. Ай! Ты, блин, что ты творишь, мужик? Просто взял и ушатал меня. Я ничего не вижу. Так, окей. Так, нам вот сюда. А, во, красавчик, что он там меня положил. Так, едем дальше, пацаны, едем дальше. Постановочка. Кизовол. Кто-то завис. Сейчас бы второй кизовол. Уже жопу немножко себе запилили, но это бывает. Так, сливы просто передо мной катаются. Далеко, правда, передо мной, поэтому мне их ждать придется. Ну ничего страшного, можно их... Ой-ой-ой, бампер отвалился. Можно их подождать. Давайте пока что... Так, что это я затормозил? Что-то я затормозил. Так, давайте-ка подождем этих слив. Вот здесь, на ремонте. Так, понятно. Я пока себе машину... О, блин, да что ж сегодня со сливами-то не так? Просто куча слив. Еще одна очень красивая голубая слива вошла на ворках. Так. Только не пролетись никто в меня. Все, я дуралек. Я подставился сам себя под удар. И очень лю... Ой, блин, какой... Я, короче, да, я стал виновником крэша. Извиняюсь. Это прям было неприятно. Так, я ушатал, к сожалению, этого чувачка. За мной едет опять эта замечательная злая, ой, сливка. У меня кончается резина. Надеюсь, что сейчас все будет нормально. Мне кажется, правда, он меня сейчас легко запилит. Хотя у меня максимальное количество сил в этой игре. Так, перекладка. Так, еще фалкиновская слива там стоит на это... На островочке. Прыжок. Кизовол. Едем, едем, пацаны, едем. Так, ой, ГТшка, ГТшка, блин, из-за ГТшки. Чё же ты там встал? ГТшка. Чё ты там встал? Так, а теперь я ему пильну. Ну, это спорный вопрос, пильну я ему или нет. Но я хочу попробовать это сделать. Так, а ну-ка.
Давай-ка. Боком заходи. Сейчас тебе дверь запилю. Так, ГТшка приедет. Да что ж такое? Но это я виноват уже. Потому что я слишком по короткой пошел траектории. И как бы, блин, ГТшка, ты мешаешь. Ну ладно, ничего страшного. Так. У меня уже машина без резины почти. Но мы еще можем, наверное, пару кругов проехать. Чисто пацаны вовсю катают. Вот это прям нормальные катки. Я люблю, когда именно адекватно катаются. Просто некоторые могут кататься именно наоборот. В карте, то есть по обратному направлению. И это когда все нормально катаются, и кто-то катается по направлению, по обратному. Вы не представляете, как это бесит, пацаны. Это просто вы. Это ужасно, я не знаю. Я не люблю, когда так люди поступают, поэтому как бы я очень надеялся, что катка будет нормальной, она нормальная. Так, нам надо поехать на ремонт. У нас покрышек нету, машина разбита. Называется подрифтили. Или потаксовали, проще сказать. Так, Uber, давай, давай. Так, Uber едет вовсю. Так, стоп, стоп, стоп. Блин, покрышек-то нет. Так, а чё... То есть я вместо того, чтобы сначала свапнуть покрышки себе, я тупо свапнул не то абсолютно. Да в смысле, я на этой штуке стою? Я на этом чек... Так, все, давай покрышки мне сюда. Так, пожалуйста, не въедь в меня, Ричард. Все, спасибо. Так. Слива за мной. Я постановку делаю. О, какая красивая за мной голубая слива. Сейчас на ней дверь просто запить. Так, еще там фиолетовая слива за ней. Кизовол. А, не... ой-ой-ой-ой, меня запилили немножко. Бывает. Просто все несемся на лютых ходах. Целых 60 километров в час, ладно. Так, немножко по короткой. Так, блин, 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 что у меня? У меня тупо машина остановилась. Она заглохла, реально. Так, я немножко проехал так, мне это спасло. Так, за мной теперь фиолетовая слива, которая очень уверенно на меня едет. Ой, прям как красиво, близко мне подъехал. Но мы продолжаем наваливать боком на такси. Это просто реально дрифт Uber. Так, перекладочка синхронная, ништяк. Так, ой-ой-ой, подъезжай близко ко мне, подъезжай близко. Надо отрываться. Так. Ништяк. Ой, блин, голубая слива врезалась в фиолетовую. У меня слива почему-то опять заглохла, не знаю почему. Так, что-то там крэш какой-то произошел. Ну, короче, интересная катка максимально. Прям очень прикольно. Так, ну я думаю, что, наверное, кругов... Можно кругов, наверное, 5 проехать. И, наверное, это уже можно будет заканчивать. И это прям прикольно, пацаны. Сегодняшняя серия мне прям нравится. Такая насыщенная дрифтом, так сказать. Прыжочек. Пирожочек. Так. Постанова. Опа. Еще раз постановка. И перекладка. Так, сейчас будет прыжок в стену, пацаны. Вы готовы? Я да. Опа, красиво. Так, перед нами ГТшечка Ричардс. Стоп. Я ему сейчас хочу... О, прям нормально. Хочу, шучу. Ладно, ненормально. Слишком сильно, слишком жестко. Так. Что-то понятно. Я чуть не стал тем, кто мне не нравится. Это те, кто едут против траектории трека. Че, сюда заехал? Не знаю зачем. Поехали дальше. Кто туда еще вошел в нашу комнату? Так. Что-то я через островок поехал. Ладно, давайте его здесь срежем, короче. Не поедем здесь. Это был чайзер. А, это Е36. Просто она тоже беленькая. Так. Ричард вышел. Ай! Это было больно. Едем дальше. Слева вывозит, а значит мы можем себе это позволить. Так. Значит, давайте-ка немножечко притом. За нами едет Е36 и слива. Давайте их подождем. Подождем, как говорится. Подождем, подождем. Все. А теперь начинаем. Сейчас будет резкий. Фиу! Это было красиво. Так, едем дальше. О, блин, не ушататься, бы ушатался, ладно. Так. Блин, ужас, ужас. Расплемление. Ай.
Ай, ой, ой, у! Крэш, все, хана. Это было больно. Это было обидно. Я почти смотрел где-то 36-ю. Ладно. Так, постановочка опять. Только не с ручника, правда, ну ладно. Едем, 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 едем. По траектории пытаемся ехать нормально. Сейчас будет прыжок, пацаны. Вы готовы? Я лично нет, но, как говорится, давайте. Оп. И просто... Просто бэквард. О, какой бэквард? Ну, это просто красота. Так. У нас там есть... Так, понятненько. Сейчас я попробую запилить кому-нибудь дверцу, хотя, скорее всего, я уже не успею. Так, постановка с ручника. Нормально едем. Слива уже такая мисловатая, знаете ли, да? Но выглядит она красиво. Убер, так сказать, себя показывает на отлично. Так. Ну и едем дальше. Ой-ой-ой-ой. Так, красивый чайзер. Давайте, наверное, еще пару кругов, да и все. Так, за мной едет красивый чайзер. Если я сейчас не затуплю, то мы с ним, может, парно подрифтим. Так, главное не ушататься в блок. Понятно. Так, ой, блин, что-то шипот еще не хрен. Проблем. Так, едем дальше. В смысле, ты куда поехал? Дядь, ты что там застрял? Он куда поехал? Блин, чайзер куда-то уезжает. Лютый прыжок в стену, даже такой, что я обосрался и улетел не туда. Ну и, наверное, ребята, это будет наш последний круг на сегодня, чтобы не затягивать. Хорошего, как говорится, понемногу. Но он этот просто прекрасно. Так, давайте посмотрим чайзер. Просто очень красивый чайзер. В наклейках, на таких красивых японских дисках. Зачем он в меня въехал? Вот. Так, предлагаю поехать дальше. Ой-ой-ой, Е36 вылетает просто откуда, хрен его знает откуда. Так, ну и как бы... Мне интересно еще посмотреть, кто такой Plant Speed. Еще какая тачка? Это что тачка? Это, блин, что сегодня сбор еще слив? Бордовая слива. Так, кто такой Plant Speed? Мне максимально интересно. Где он вообще? Plant Speed-то где? Короче, не знаю, где он. Так, я вообще себя не вижу. Где Plant Speed? Так, о, Лолипоп. Так, сейчас мы его дверку-то запилим. Лолипоп, привет. Да, Ван говорил, так, вон Plant Speed. Если это будет слива, я просто... Я скажу фразу «подпишитесь на канал» по-английски, если будет это... Этот... если будет это слива. Я не выпендриваюсь своими знаниями, просто я не знал, что сделать, и я решил это придумать. Так, ой-ой-ой-ой. Нормально так. Ой-ой, подпрыгну никак. Ну, короче, надо узнать, кто такой Plant Speed, пацаны. Мне это максимально интересно. Black Fox какой-то. Чайзер летит, ай. Так, Black Fox, что же такое Black Fox? Это ГТшка, так. Это был... Нет, это не был. Plant Speed, сейчас он приедет. Это, по-моему, не... Это да, это не слива. Это Sky. Это был очень красивый Sky. Ну и вот на такой прекрасной ночи со Skyline, ребят, я предлагаю закончить это видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Вован, вы были на канале Саныч Саван. Всем пока. Это был как бы таксист Вован нас на Убере. Всем спасибо, ребят, всем удачи и всем пока.